Здравствуйте, ребята! Посмотрите, какие красивые цветы! Это гортензия. Это кустарник с яркими, пышными, шарообразными соцветиями. Чтобы их нарисовать, мы можем воспользоваться нетрадиционной техникой рисования – мыльными пузырями. Для работы нам потребуется лист акварельной бумаги А4, кисточка, коктейльная трубочка, три крышки, краски гуашевые, вода и жидкое мыло. В каждую крышку мы наливаем воды и добавляем гуашевые краски нужных вам цветов. Я взяла фиолетовый, желтый и алый цвет. Далее в каждую краску добавляем немного жидкого мыла и все хорошо перемешиваем. Берем коктейльную трубочку и начинаем надувать пузыри. Пузыри должны быть мутными, чтобы на их поверхности была краска. Надуваем пузыри и сразу припечатываем бумагу. Нужно это делать быстро, чтобы краска не опустилась вниз. После того, как отпечатали все три цвета, нужно добавить немного зелени. Листочки могут быть просто зеленые, а можно добавить немного белой краски, растушевав их. На наших цветах мы нарисуем пчел. Их рисовать совсем не сложно. Коричневой краской нарисуем голову и туловище пчелы. Оранжевой краской нарисуем полосочки и глазки. Белой краской нарисуем крылышки нашим пчелкам. Добавим немножко желтенькой краски к нашим полосочкам и черной краской нарисуем глаза. Вот такие веселые пчелки у нас получатся. Работа над картиной окончена. Я уверена, что вы совсем справитесь, и каждая картина будет шедевром. Удачи!